Мистер Версети. Полковник. Спасибо, что зашли. Садитесь. Лобстера хотите? Нет, спасибо. Мне неприятно сообщать, что одной из причин наших общих проблем, похоже, стала развязанность языка человека, которому я доверял. Я многие годы забочусь о Гонзалесе, но его некомпетентность достигла новых высот. Это хорошо, что если вы убьете Гонзалеса. Это он сделал это? Меня волнуют только деньги. За вашу доброту я вас вознагражу, и потом мы вместе найдем ваши деньги. Он будет в своем пентхаузе, полупьяный. Воспользуйтесь этим, и я щедро вас вознагражу. For everything. Я сейчас заткну этот ваш большой рот. У него нож. Хватит бежать, толстая свинья. Прочь от меня, подонок. О, святой Иисус, я испоганил свою жизнь и лицо. Не двигайся, и все будет быстро. Я заплачу вам вдвойне, Томми, вдвойне. Томми, идите ко мне. Это прекрасно выглядит, да? Хобот Тапира. Ух, нет, спасибо.
Томми, вы как океанский бриз, который освободил меня от зловония коррупции. Хотя я могу оплакивать ее уход и вести дела как обычно. Это не приближает меня к моим деньгам. Томми, друг мой, вы сейчас не в Либерти. Здесь мы делаем дело по-другому. Я продолжу свои попытки, но тем временем мне надо завершить ценную сделку. Услуга для друга, Кортес? Вы хороший друг, Томми. Я знал, что вы меня не подведете. Я хочу, чтобы вы встретились с курьером, у которого есть для меня ценная технология. Дождь, улица мокрая в это время года. Чего? Комментарий? Послушайте, меня послал Кортес, просто дайте мне чипы. О, да, Корт. Стоять, империалистическая американская свинья. Это собственность правительства Франции, и это конец. Американский идиот, они проследили за тобой. Пристрелюсь его пулями. Должен стараться лучше. Томас, хорошо, что ты пришел.
Прошу прощения, что сразу перехожу к делу. Диас попросил меня проконтролировать одну небольшую сделку. Надеюсь, в этот раз проблем не будет. Именно поэтому я подумал о тебе, друг мой. Я оставил тебе кое-что в многоэтажной автостоянке. Подбери это, затем отправляйся наблюдать за людьми Диаса. Спасибо, дружище. Диас, что ж, посмотрим, как теперь пойдут дела. Вот это мне нравится. Слушай, если тебе нечего делать, тогда покажи мне, на что ты способен. Я могу это сделать. Меня зовут Ланс, кстати. Том Версетти, идем. Вы новый человек Кортеза? Пока не возникает более удачный случай. Они сейчас будут здесь, нам лучше найти хорошую точку наблюдения. Окей, я возьму балкон, а вы идите на крышу напротив двора.
Заходи, сынок. Черт, мой папа говорил, никогда не смотри в зубы даренному коню. Хотите каплю старого кентукки? Нет, спасибо. Мне это нравится. Теперь имущественные дела не только на бумаге. Это грязно. Надо заявить об этой грязи. Ты со мной, сынок? О, да. Мне нужен какой-нибудь подонок для грязного дела. А ты можешь, похоже, убедить его. Я умею убеждать. Да, он запишется в клуб. Гольф-клуб, конечно. Там не разрешают носить оружие, так что его охранники безоружны. Так выбей из него 8 тонн дряни. Вот твой членский билет и... Парень, тебе нужна подходящая одежда. Окей, я переоденусь. Не в обиду, но в этой одежде тебя не пустят туда. Могут быть неприятности. Это, ребята, мой новый друг. Кто этот парень? Ребята, разберитесь. Отличный у тебя зад, крошка.